Ты мечтал стать бойцом ММА, но в итоге занялся музыкой. Скажи, готов ли ты ее бросить, если тебе прям завтра предложат контракт? И будешь ли ты, например, участвовать в поп-ММА? Вообще желания не имею, честно. Потому что у меня уже свой бизнес, он растет. Идти свое здоровье терять смысла нет.